прилетела подушечка. Рассказываем, что мы подумали, что это лежанка сначала по фотке, да? Это был такой у нас внутриофисный прикол. Эта маленькая подушка была сфотографирована так, как будто она огромная лежанка. И мы думали, что сейчас приедет такая подушка 40 на 40. А приехала вот такая маленькая штучка. Она внутри с кошачьей мятой. И я даже ее чувствую там. Кстати, кошачья мята, напоминаю вам, побуждает играть вашу кошку еще сильнее и повышает ее увлеченность. Полиэстровая подушечка. Классно прошита. Кстати, нельзя стирать, вообще ничего с ней нельзя делать. Вот так и играть. Значок нам говорит о присутствии кошачьей мяты. Да, она там действительно есть. Скользить. Давай проверим. Ну да, кстати, по столу скользит. И по паркету будет тоже. Отлично. Аккуратненькая, миленькая, небольшая, компактная подушечка. Супер. Классная игрушка для кота. Классная игрушка для вашей кошки.